Давайте найдем 118 номер вот в таких песенниках. Споем «Лишь на Христа гляди». 118 номер. Пожалуйста. Жаждешь ли жизни чистой и святой, лишь на Христа гляди. Он был за грешных жертвою живой, лишь на Него гляди. Лишь на Него гляди, гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди. Если лукавый гибелью грозит, брат, на Христа гляди. Силой Христовой сможешь отразить, лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди. Пал ли в бессилье, долг ли твой путь, брат, на Христа гляди. Мир и веселье возвратятся в грудь, лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди. Смертную тень ли видишь пред собой, брат, на Христа гляди. В радости, в скорби Он всегда с тобой, лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди. А в сегодняшний день мы также будем иметь в виду Христа, смотря на Давида из второй книги Самуила. Мы знаем, что он во многом сходится с тем, что произошло в жизни Иисуса Христа. Я не знаю насчет вас, но 18 глава второй книги Самуила рассказывает нам о восстании, или с 15 главы начиная, о восстании Авессалома, сына Давидова, против собственного отца, чтобы захватить трон и воцариться, уничтожив родного отца. Мы не будем читать с начала главы, а начнем с 19 стиха, с двух свидетелей, которые представляют информацию о смерти Авессалома. И я знаю, что те, которые с нами постоянно на занятиях, мы смотрели с вами на смерть Саула и на реакцию Давида в отношении смерти Саула, Ионафана и всех его сыновей, помните, в самом начале книги второго Самуила. Потом мы видели смерть Амнона, и она не была такой, скажем, возбужденной или возбуждающей Давида к слезам и к плачу и к стенаниям, которые он демонстрирует в 18 главе. Сегодня я хотел бы посмотреть с вами на вот это сражение, на результат его, на тех двух вестников, которые отображают каждого из нас как вестника Христова, обладающего большей частью информации и не желающим поделиться из-за страха, возможно, из-за каких-то обстоятельств. Мы не делимся этой спасительной вестью с теми людьми, которые в этом очень нуждаются.
Итак, с 19 стиха 2 книги Самуила. Кто пришел, найдите страничку 358, если у вас такая Библия, как у меня. Посмотрим, на что же... На что же обращает внимание Бог тогда, когда мы приходим к этому моменту. Потому что то, что нам нравится, это, наверное, не то, что Богу нравится. Потому что Бог на небе, мы на земле. И наши мысли, говорит Исаия, так же далеки от Божьих, как восток от запада. Потому мы посмотрим, как говорится в этом отрывке об этих двух вестниках, для того, чтобы взять для себя урок и не уподавливаться тому, что сделал один из этих вестников. 19 стих. «Тогда сказал Ахимаац, сын Цадока». Вот смотрите, сразу его репутация. «Если вы, допустим, сын священника, сын первосвященника, Цадок был священником, сын его, возможно, был левитом. А левит – это певец в церкви, какая-то позиция, которая давала ему чуть больше права, чем обычный прихожанин. Возможно, вы также, находясь здесь, чувствуете себя привилегированным. Вы что-то знаете, вы что-то понимаете, уже не первый раз читаете Библию, не первый раз посещаете церковь. У вас есть что-то, основание какое-то сказать, ну, я тут не такой простак, не проведешь меня. Я знаю, о чем говорю. Вот этот Ахимаац, сын Цадока, говорит, позволь мне теперь побежать и понести царю известие сегодня, как Господь отомстил за него врагам его. И сказал ему Иоав, не понесешь ты известие сегодня, но понесешь известие в другой день. Но сегодня ты не понесешь никакого известия, потому что царский сын умер. А посмотрите на лукавство Иоава, который сам выпустил 3 стрелы в Авсалома, который повис на дереве из-за того, что мул его из-под него убежал. Вы знаете эту историю, если не знаете, можете прочитать ее в начале главы, в 10 стихе. Увидел этот один человек и донес Иоав и сказал, вот я видел Авесалома висящим на дубе. Беспомощный Авесалом с красивыми своими волосами висит на дубе. А может руками махать, может ногами махать. Но никто к нему на помощь не спешит. А хотели бы вы оказаться в таком положении, скажем, где вы являетесь полководцем, руководителем сражения, и в момент, когда вы в беспомощном положении, никто не подбежал, не сказал, ну-ка дайте мне ножницы, острижем эти волосы, а чтобы только сохранить жизнь этого человека. Ни у кого не оказалось ножниц, ни у кого не оказалось желания. Почему? Потому что мы находим, что вот этот лес больше погубил людей, чем меч или лук, орудие, которыми они сражались. Я не знаю насчет вас, но сегодняшний день... Разные катаклизмы в мире, где-то снег выпал, где-то лед, где-то град, где-то ветер какой-то, снес чего-то там, разрушил. Говорит сегодня о большой Божьей силе, которой он стоит и защищает своих детей от всяких вражеских вот этих вот наступлений. И вот в этом случае мы находим, что лес, который символизирует какому-то заблуждению. Бывали вы в лесу, может быть, вы отправлялись за грибами или за ягодами, или я не знаю зачем, в лес, и сбились с пути, не знали, где выход. И там деревья, и везде деревья, и вы не знаете, откуда вы зашли и как выйти отсюда. Я слыхал такую научную теорию, что когда вы идете,
в вашей правой ноге чуть больше силы, чем в левой. Потому что всегда вы начинаете с правой, да? И таким образом вы делаете шаг, вы думаете, что вы идете прямо, но делаете вот такой большой круг. И на улице уже стал вечер, и вы из леса не вышли, вы просто сделали круг. У вас уже нет пищи, нет воды, нет не знаю чего, вы устали, вы поднимаете руки и сдаетесь. Вот это свойство леса, о котором оказались воины Авессалома, с борьбой против Давида, где Бог выступает и защищает Давида, чтобы, вот в следующей главе мы посмотрим, он снова вернется в Иерусалим, он снова сядет на царский трон, поскольку Авессалома не будет живых, и будет горько-горько плакать о судьбе не спасенного, а сына своего, в отличие от тех других, о которых он оплакивал не так горько. Во-первых, мы посмотрим на воинов, вот этих, которые были на стороне Давида. Мы начинали 10 стих, посмотрите 11 стих еще. «И сказал я человеку, который донес ему, вот ты видел его, почему ты не сразил его там, на землю? Я дал бы тебе 10 шекелей серебра и пояс». Скажите, а что стоит вторая книга Самуила, 18 глава, стихи 10-11? А что стоит пояс и серебро в отношении жизни человека? Что стоит дороже или что стоит ценнее? Пояс, да, стоит каких-то денег, да, серебро, нужно сколько-то поработать, но если нет жизни, ты не можешь ни пояс заработать, ни денег заработать. И вот целостность молодого человека, который увидал, что Иоав сражен, и Авессалом сражен Иоавом, он говорит и нам в пример сегодня, что мы должны оценить в этой жизни и что должны отбросить из того, что сегодня предлагает нам мода или мир, или вот эта система, в которой мы живем. Молодой человек является картиной того, кем должен быть добрый воин. Вот каждый из нас является добрым воином, который сражается, защищая то, что Бог поручил ему. Мы видим, что этот воин должен был защищать своего господина, но он только видит его сраженным. Во-первых, он уважителен по велению царя. Он помнит, о чем просил Давид, когда они выходили на сражение. «Сохраните мне отрока Авессалома, поступите с ним нежно». Даже находясь в сражении, он не забывает повеления царя. Он почитает царскую власть. Он уважителен к авторитету. Уважительны ли вы к авторитету в вашей жизни? Допустим, ваш начальник на работе, или ваш родитель, или кто-то еще, который делает вам какие-то блага, скажем, для этой мирской жизни. Он знает повеление царя, относится ко всем. Это Божье слово, которое сказал царь, неважно, генерал Иоав или рядовой солдат, оно ко всем относилось, и он помнит об этом. Он помнит царское повеление в его отсутствии. Царь остался в городе, царь не следит за ним, но он помнит о повелении царя. Он решает хранить это повеление со всей своей крепостью, хотя есть искушение. Вот Авессалом предлагает, я тебе пояс дам, я тебе серебро дам. А вот против такого искушения мы знаем, что не каждый может выстоять. Вы помните Ахана, который эту вавилонскую одежду и там еще что-то спрятал в своей палатке. Вы помните других библейских героев, которые при добыче, где нет контроля, чье это имущество, бери сколько хочешь, делай что хочешь. Но если Бог сказал, что это должно быть все уничтожено, оно должно быть уничтожено.
Вы помните, а Саул в первой своей битве с амаликитянами сказал, ну, это хорошо для жертвы. Вот этих овец, вот этих коров, а я сохранил, а вместе с тем ослушавшись Божьего повеления. Этот молодой человек, он не делает подобного. Он не ценит предложенное Иоавом имущество, а он отвергает сильные искушения. Он обличает самодеятельного Иоава, которому в уши было сказано повеление сохранить отрока Авессалома. И это напоминание Иоаву слова царя. Он решается быть послушным, что бы ни произошло. А являемся ли мы послушными, что бы ни произошло? Или мы оглядываемся, ага, как Моисей, помните? В 7 главе Деяний апостолов, Моисей посмотрел туда, посмотрел сюда, а никого нету, можно убить египтянина. Не посмотрел вверх, не спросил, а как я буду дальше жить с такой опороченной совестью, с вот этим пятном на жизни, что я убийца. Ведь сколько нужно убить людей, чтобы стать убийцей? Одного достаточно. И твоя репутация до конца жизни, что ты убийца. Этот молодой человек был послушным, что бы ни произошло. Мы видели, как я пронзил Авессалома этими стрелами. И когда Бог предупреждает не делать чего-то своим путем, для этого есть царь, который в Иерусалиме решит, что делать с Авессаломом. А может быть, не все были бы согласны с царским решением, но это прерогатива царя. Почему мы сегодня не можем, скажем, кто-то нам нагрубил в троллейбусе, дать ему по голове? Потому что для этого существует полиция. Мы должны пойти написать заявление, сказать вот так и так, он поступил со мной, нагрубил или что-то сделал, и полиция разбирается, кто там прав, кто виноват, кто начал, кто потом. Мы также узнали о стрелах. Стрелы – это духовная картина того, что дьявол желает пронзить или изранить наши сердца. Сомнения, разочарование, депрессия – это все стрелы лукавого, который желает лишить нас эффективности, оставить нас на больничной койке, дать нам больничный лист, чтобы сказать, ну, у тебя же есть извинения, ты же на больничном. Ты не можешь ходить на работу, ты не можешь свидетельствовать, не можешь что делать, это делать. У тебя есть оправдание. Мы также усвоили, что дьявол пытается бросить стрелы в вас, и вам необходимо щит веры. Мы имеем стрелы, которые можем использовать. И это меч Божьего Слова, который отражает и защищает каждого из нас теми историями, которые в нем записаны, которые повторяются в нашей жизни. Мы знаем, что в этом мире все ходит по кругу. То, что было в дни Соломона или Самсона или какого-то другого героя, повторяется, может быть, в другом свете или в другом окружении среди нас здесь сегодня. И это то, как мы должны действовать. А может быть, не действовать, как сделал Самсон, скажем, который пал, а найти в Иисусе силы для того, чтобы противостоять искушению, или предупредить искушение, или победить его с Божьей силой. Мы имеем стрелы, которые можем использовать. Это меч Божьего Слова. Мы также знаем о том, что Авессалом следовал, чтобы возвысить себя. Он желал иметь высокое положение для себя, желал видеть позицию выдающегося, видного, желал быть возвышенным. И мы знаем, что ожидало его. Яма, наполненная камнями, нисколько не стол, как он думал, нисколько не упоминание, как о герое каком. Иав отзывает людей, когда поразил Авессалома, и
брошенное, умерщвленное тело Авессалома он бросает в яму, покрытую камнями. Теперь его могила — это куча камней вместо столба. Давайте посмотрим на, не знаю сколько, 10 отрывков, которые говорят нам из Нового или из Ветхого Завета о тех людях, которые возвышаются. Я думаю, что вы встречаетесь с такими людьми, которые хотят все ваше время забрать, или ваше внимание забрать, или ваша цель какую-то. Вы пришли, допустим, в гости, вместо того, чтобы спросить у вас, а как у вас дела, как жизнь, как здоровье, как что-то, они нагружают вас своим чем-то. Вот Лука, 14 глава, стих 11, посмотрите. «Ибо всякий возвышающий себя», неважно, это Владимир Владимирович Путин, или это Майя Санду, или кто бы это ни был, «всякий возвышающий себя унижен будет, а тот, кто смиряет себя, возвышен будет». Это правило для всех людей, живущих на этой планете. А следующий отрывок, посмотрите, притчи, 3 глава, 35 стих. «Мудрый унаследует славу, а посрамление будет повышение глупцов». Хотите вы иметь славу, а будьте мудрыми. Не будьте тем, который возвышает себя, который унизится, который не дойдет до славы. Мы находим напоминание в некоторых отрывках Писания. Посмотрите, в Йова, 20 глава, 5 стих. «Что ликование нечестивых кратковременно, и радость лицемера всего лишь на мгновение». Лицемер радуется очень короткий период. И потом льет горькие слезы. А почему это со мной произошло? А потому, что ты не последовал тому, который знал наперед всю твою жизнь и знал все эти опасности, которые тебя ждут там, и предупредил тебя, написав на твоем языке инструкцию, по которой ты должен был жить. Ты сказал: «Не, я знаю лучше. А что мне там Бог? Я вот то, что сделаю я, это значит больше, чем все остальное». А посмотрите на другого библейского героя, это Моисей снова, в Евреям 11 главу 25 стих, который был в царских палатах, который мог бы вести жизнь по-другому. Следующим фараоном был бы назначен, управлял бы всем Египтом, все выходили перед ним, кланялись, но посмотрите на его отношение и задайте себе вопрос, что заставило его сделать подобный шаг. 11 глава, стих 25. «Избрав лучше терпеть скорбь с народом Божьим, чем наслаждаться удовольствием греха какое-то время». Мы все, поскольку молоды, поскольку глупы, поскольку не знаем будущего, увлекаемся чем-то греховным откуда-то как-то. Но Моисей смотрел намного дальше. Он увидел, что страдать с народом Божьим – это намного ценнее в Божьих глазах, чем наслаждаться удовольствием греха какое-то время. Притчи, 15 глава, 5 стих. Посмотрите. «Глупец презирает наставление отца своего, а кто внимает обличению, тот благоразумен». А глупец думает, что там те родители, они отставшие, неграмотные, они мало чего знают, они книг не читали, а в школе не учились, или там 4 класса у них только, или, не знаю, может быть, и тех не доучились. Результат того, который презирает наставление отца своего. Помните, что отец с дуба не упал. Отец прожил, и седые волосы, может быть, или лысина, или что-то еще на его голове, из-за того, что он много ошибок перенес на собственном опыте. И он только благо желает сыну. Он не желает, чтобы сын повторял его ошибки, чтобы падал в те же ямы, чтобы выкарабкивался с тех же
проблем, а он говорит: сын, вот этим путем не ходи, вот сюда иди, вот здесь тебя ждет благополучие или успех. Посмотрите на притчи, 20 главу, 20 стих. Это снова Соломон своему сыну Раваму дает наставление для того, чтобы он не попал в те ошибки, в которые попал Соломон в свое время. «Всякий, кто проклинает отца своего или мать свою, того светильник потушен будет в брачной тьме». А то есть он погибнет раньше времени. Он не доживет до того лимита, который мог бы прожить. Из-за чего? Потому что проклинает своего отца или мать. А 30 глава притчи, 17 стих. «Глаз, который насмехался над отцом своим и пренебрегал покорностью матери своей, выклюют вороны долины и съедят молодые орлы». Видали вы людей без глаза? Я не знаю, по какой причине. С рогатки они стреляли, с ружья они стреляли. Выхлоп какой-то там, взорвалась эта трубка, остался без глаза. Предупреждение пренебрегает покорностью матери своей. Мать ему не один раз говорила: не трогай спички, или не играй с огнем, или не играй, не знаю, с чем-то опасным. Он говорит ей: я знаю лучше, чем мама. И остался без глаза. Авессалом был глуп и буен против собственного отца. Авессалом умирает в одиночке. Он брошен, и он хотел, чтобы о нем вспоминали. Но о нем вспоминают как о глупце и упрямце. Как будете упомянуты вы? Пройдет, допустим, ваш срок жизни, сколько он будет длиться, я не знаю. А может быть, вы планируете дожить до 80 лет, до 90 лет. Вспомните этот пример с девочкой из парка на Зелинского. В 11 лет ее жизнь сказала: хватит. Коснулась какого-то провода, и медики не могли ей помочь. На этом жизнь ее закончилась. Потому помните, что необходимо обеспечить себя гарантией на вот такой случай. Вы идете через дорогу, машина летит на всей скорости, вы не успели очнуться, как оказались в реанимации, и никто не знает результат, выйдете вы с нее или нет. Есть много других примеров, где жизнь заканчивается внезапно, и никто не планирует. Я читал свидетельство этой мамы, этой девочки, которая говорит, вот с мальчиком вместе, мальчику 6 лет, он должен был идти в школу в этот год, и она готовила для него вещи на 1 сентября, чтобы он за ручку с девочкой пошли вместе в школу. Мальчик еще не знает, что девочки нет живых, поскольку пока еще он был в реанимации, а девочку похоронили. И он все спрашивает, где сестричка. И мать не знает, что сказать. Она говорит: никакая компенсация государственная, или какая бы она ни была, она не может восполнить мне мою дочь. Мне нужна дочь. Самый трудный период она пережила, до 11 лет вырастила ее, теперь осталась без дочери. Мы видим также ключевой момент войны. Посмотрите на 20 стих. «И сказал ему Иоав: не понесешь ты известие сегодня, но понесешь известие в другой день. Но сегодня ты не понесешь никакого известия, потому что царский сын умер. Затем сказал Иоав Куше: пойди, расскажи царю, что видел ты. И поклонился Куше Иоаву и побежал. Затем сказал Ахимаат, сын Цадока, Иоаву еще раз: но все-таки позволь мне, молю тебя, также побежать за Куше. И сказал Иоав: для чего бежать тебе, сын мой, поскольку ты не имеешь известия готового. Ты не был очевидцем. Тебе хочется, может быть, появиться перед царя, чтобы царь сказал: о, хороший сын у Цадока, молодец, быстро бегаешь, обогнал Куше. Но это не то, для чего ты нужен царю. Царю самая главная новость, которая тревожит, это как помочь своему войску из Иерусалима. Вы помните, что он остался в Иерусалиме, чтобы помогать им. И посыльный, раньше не было почты, не было мобильного телефона, а посыльные бегали туда-сюда, говоря о результатах сражения. Давида больше всего интересует
как мой сын Авесалом. Это его главное предупреждение. Нет информации про Авесалома, стань в сторону, или я подожду, когда придет достаточная информация, которая меня интересует. Вот это проповедь о двух посланниках. Я хотел бы рассказать вам про этих двух свидетелей. Один видел, что произошло, другой не видел. Скажите, кому вы поверите? Тот, кто очевидец какой-то аварии, допустим, или какого-то случая, или тот, который пришел позже, допустим, на полчаса и услыхал историю уже со вторых, с третьих уст, может быть, наросла там она небылицами разными, а вам это только будет мешать добраться до сути фактов. Вот Иоав посылает очевидца, чтобы очевидец рассказал, что в действительности произошло. Куши, его имя значит черный. Он внук Хама, основателя эфиопской нации. Он мог сказать, что произошло. А Ахимаац, он всего лишь левит. Его имя означает сильный брат. Он не видел, что произошло. Он не был очевидцем. Желание Ахимааца, который был сын священника Цадока, он был очень восхищен в том, чтобы известить Давида о победе. Ахимаац напоминает нам, что мы должны быть заняты прославлением Бога в нашей жизни. А для каждого из тех, которые пришли, и у которых есть, может быть, карандаш, если нет, у меня есть карандаш, запишите себе 5 принципов, почему мы должны прославлять Бога. Посмотрите вначале на Псалом 22, стих 23. «Вы, которые боитесь Господа, восхваляйте Его все вы, перекидывайте эту ответственность на кого-то. А пусть пастор славит, а пусть там кто-то славит. Вот есть те, которые на пианино играют или еще где-то находятся, миссионеры. А все вы, написано, прославляйте Его и бойтесь Его все вы, семя Израиля». Не только мы хвалим Господа, посмотрите, мы должны прославлять Господа через добрые дела, которые мы творим, будучи спасенными. Это не средство достижения спасения, а это результат того, что мы обладаем спасением. Посмотрите в Матфея 5 главу, стих 17. «Пусть так светит ваш свет пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Люди, вот то малое, что вы для них сделаете, они это оценят, поскольку в эгоистичном обществе сегодня вы встретите людей, у которых, может быть, получилось так, что они остались без денег, скажем, нет на троллейбус или на бутылку кефира или на что-то еще, а что немного стоит, но вместе с тем очень важно на настоящий момент, пока они не доберутся до дома или доберутся до родных кого-то, кто бы им помог бы встать снова на ноги. А через плодоношение мы славим Господа. Посмотрите в 15 главу, 8 стих. Мы говорили с вами, что виноградная лоза, она не предназначена, чтобы сделать из него вот такую доску, допустим, для пианино. Она не предназначена, чтобы сделать с него стул, допустим, или бастон, чтобы ходить, да? Для чего предназначена виноградная лоза? Чтобы приносить плод винограда. И если вы не обрежете ее вовремя, или не сделаете ей те условия, не подвяжете ее, чтобы она принесла плод, на ничто другое она больше не годна. Мы ничего не можем с ней сделать. Вот эту кафедру мы не сможем сделать из виноградной лозы. Вот цель христианина – это плодоношение. Все усилия, весь сок, вся энергия он должен сконцентрировать на плодоношении. И если он отвлекается на что-то на стороне, это не говорит о том, что он плодоносный. Мы прочитаем с 15 главы Иоанна, стих 8. «В том прославится Отец мой, что вы принесете много плода. Так
будете моими учениками. Учась у Иисуса или будучи учениками Иисуса, мы можем принести много плода. Я не знаю, вот приближается плодоношение винограда. Уже появился, наверное, первый виноград на базаре. Может быть, он очень дорогой. Но каждый хозяин весь год ждал этого момента, когда он может сорвать эти большие, спелые, сладкие грозди винограда, которые не повреждены молью, не повреждены там какими-то мошками, бабочками. Он брызгал их там медным купоросом или чем-то еще там. А чтобы этот плод был красивым, сладким, таким привлекательным, чтобы его могли взять и наслаждаться им. А также мы прославляем Бога через духовное единение. Посмотрите, в Римлянам 15 глава стих 6. «Чтобы вы единодушно и одними устами славили Бога, а именно Отца вашего Господа Иисуса Христа». Не славили себя, не славили сегодняшнюю моду или какие-то еще тренды, которые есть сегодня в мире, а прославляли Отца вашего Господа Иисуса Христа. И последнее, через полное посвящение Господу мы прославляем Бога. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. «Ибо вы куплены ценой, потому прославляйте Бога в теле вашем, в духе вашем, которые есть Божьи». Если до сих пор не было цели в вашей жизни, для чего жить и куда направлять свои силы и энергию, вот вам 5 пунктов для того, чтобы в конце не жалеть о прожитой жизни, которая прошла, силы прошли, память увяла, а стали забывать, стали там трудно уже ходить, или трудно говорить, или трудно делать что-то. Это пункты, которые помогут вам по-прежнему быть теми важными и нужными людьми для Бога. Не только мы видим желание Ахимаца, мы видим также отрицание Иава. Иав говорит Ахимаацу: не пойдешь, это нехороший день доносить царю плохие новости. А он продумывает план, кого бы послать, который мог бы скомбинировать негативное с позитивным, чтобы не только дать негативное, а чтобы это как-то скрасить. А посмотрите на 19-20 стихи. Тогда сказал Ахимаац сын Садока: «Позволь мне теперь побежать и понести царю известие, как царь как Господь отомстил за него врагам его». И сказал ему Иав: «Не понесешь ты известие сегодня, но понесешь известие в другой день. Но сегодня ты не понесешь никакого известия, потому что царский сын умер». Мы видим, что Иав, тот, который убил этого сына, Иав думает, как сохранить теперь свою голову, потому что за непослушание на поле битвы или в военное время, знаете, что вы делали, да? Расстрел на месте. Никто не возил тебя куда-то на суд, на апелляцию, на какие-то еще дела, а пулю в лоб сразу, как предатель, и все. А непослушание в военное время очень строго наказывалось. Но вот мы видим Куши, который приходит со своими деталями. Посмотрите, Иав говорит Куше в 21 стихе: «Пойди, расскажи царю, что видел ты». И поклонился Куше Иаву и побежал. Он не требовал, как это делал Ахимаац: «Я пойду, я доставлю, я». Он поклонился, отдал под козырек, скажем так, мы сегодня скажем, и пошел выполнять пожелание Иава. Бог посылает тех, которые могут воспринимать. Бог дает видение тем, которые умеют различать. Куши – это вид христианина, который может видеть, что правильно и что неправильно. Куши – первая рука или очевидец, свидетель. Когда вы различаете понимание, и понимаете, вы видите, что может отличить Куше, и можно не можете объяснить того, что произошло, правильно поставить приоритеты, а вам
никто не доверит эту миссию как вестника, как посланника, который должен доставить царю информацию или кому-то другому. Но Ахимаац не отстает. Он видит, что Куши отправился, он снова достает или давит на Иава, чтобы он послал его. Это говорит нам о том непослушании авторитету в своей жизни. Ахимаац — это неразумный, незаконный, несправедливый, неуважительный и не желающий подчиниться человек. Тебе сказано нет? Иди успокойся, иди займись своим делом, скажем так. Нет у тебя информации, не был ты очевидцем, нечего тебе бежать к царю и искать у него покровительство. Картина, которую Бог позволяет этому быть в церкви. Одна из самых трудных вещей для пастора – это побудить людей о желании служить. Пойти раздавать трактат. А никто не пришел в церковь. Вот я раздал 3 пачки, и никого нету. Вот мы сегодня видим Альберта вместе с нами, который пришел благодаря тому, что кто-то ему дал пригласительную, или кто-то ему что-то дал. Для того он сегодня здесь, для того, чтобы сделать что-то для Господа полезное. Одна из малых проблем людей, которые желают начать служить, а когда они в действительности не знают, что они делают. У них есть желание служить, но что из этого выйдет и как связать концы с концами, они не знают. Этот человек Ахимаац не знал, что происходит. Он имел много дерзновения, но не имел много знания. Он не был готов принести весть, которую должен был принести, но он желал пойти все равно. Это люди, которые желают учить, они хотят проповедовать, но они не готовы. Командующий офицер сказал нет, значит нет, не доставай Иава, не вынуждай его пойти на какие-то меры. Этим самым Ахимаац говорит: я тебя не уважаю в том, что ты говоришь, я все равно буду служить. Дашь ты мне место или не дашь мне место, вот как я это собираюсь сделать. И это мой путь, не то, как ты видишь, а то, как я вижу. Я не стану подчиняться, я не буду рассуждать. Я сказал: побежишь ли ты, сын мой, не видев, что ты не имеешь никаких вестей очевидца. Ахимаац говорит: я все равно буду туда делать. Это упрямство, это то, что мы читали про Авессалома, которая не придаст тебе чести, не придаст тебе красоты. Даже если ты не готов и ты не сможешь удержать меня, ты не остановишь меня, я обгоню этого парня, и я все равно буду победителем. Замечаете вот эту гонку? Может быть, между проповедниками, между членами церкви, между молодежными лидерами, между какими-то, которые не делают это, чтобы доставить информацию для царя, а делают это, чтобы показать себя или свои достоинства, что у меня вот легкие ноги, я могу быстро пробежать, выберу путь полегче через равнину, напрямик как-то, для того, чтобы доставить информацию и похвалить себя. Ахимаац — это собака, которая ест собаку. Он желает обогнать другого парня. Он хочет соревноваться. Он хочет быть лучше, чем другой парень. А если вы на вашей работе, в вашей школе или еще где-то, в вашем обществе, в семье, хотите показать себя, помните, что это обречено на провал. Это ошибка, которая затратит энергию с вашей жизни, но не даст достаточно выхлопа или пользы вам не придаст, не даст вам уважения или чего-то еще в семье. Ахимаацев нельзя было управлять, он не мог быть контролирован, он стоит на своем, он упрямый, упертый, настойчивый, как хотите назовите его. И вот в этом разница в том, что Куши был призван, а тебя не звали.
Ты должен заниматься своим делом, не тем, что делает Кушей. Не пытаться обогнать Кушей, не пытаться сделать это, чтобы также получить какой-то погон на плечи. Это не значит, что Бог не призовет. Это просто означает, что Бог не берет вас сейчас. У него есть другое дело для вас. И он обязательно вам что-то поручит, а в следующем шаге на то, что вы способны, что вы справитесь, что у вас получится. Возможно, сейчас для вас не время это делать, но Ахиамац все равно это делает. И вот несколько вещей. Он не готов. Я знаю, что Богу нужны служители. Я знаю, что нужны посланники. И он желает их в свое время. Он их должен вырастить, должен дать им достаточно информации, поменять их характер, сделать эту черновую подготовительную работу для того, чтобы они могли выполнять свою роль. И если они бегут до этого времени, они ломают много дров в этом направлении. Ты можешь быть левитом, но ты можешь быть сыном первосвященника, но ты не должен идти до тех пор, пока Бог не пошлет тебя идти. Может быть, у тебя есть какие-то знания, у тебя есть, может быть, Библия, подчеркнуты там какие-то отрывки, может быть, 100 отрывков ты знаешь наизусть или сколько ты знаешь, но это еще не то время, когда Бог тебя посылает. Бог желает дождаться определенного момента, когда ты будешь готов. Вы знаете Иова, он не великий пастор здесь, но Бог сказал, и я поставил его ответственным. Нужно Ахимаацу послушаться Иова. Пока Иов находится на этом посту, он является твоим авторитетом. Через него Бог руководит сражением и всем, что происходит. Ахимаац не подчиняется, он упрям, твердолобый, самовольный, упертый, желает выполнить это своим путем, не желает подчиниться, он не желает учиться, он не подготовлен, не укротим, не проверен. И теперь мы посмотрим на наблюдателя, который наблюдает за вот этой картиной, а что же он скажет о обоих вот этих вестниках, которые желают что-то сделать для своего полководца, для царя своего. Посмотрите на 22 стих 18 главы. Дерзновение без знания – это пустое знание. Вот есть люди, у которых есть большое такое рвение что-то сделать, но нет надлежащего знания. И тут необходима подготовка, которую Бог сделает в свое время, чтобы вас экипировать для той или другой цели. Посмотрите в Римлянам 10 главу 1-4 стиха. Римлянам 10, 1-4 стиха – это молитва апостола Павла за израильтян, у которых было большое рвение угодить Богу, но не было достаточно знания. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу за Израиль, чтобы они спаслись. Ибо советую, свидетельствую о них, что они имеют рвение Божье, но не согласно знаниям. Ибо они, не зная праведности Божьей и пытаясь установить свою собственную праведность, не покорились праведности Божьей». Замечаете тут Ахимааца, который хочет показать себя, не хочет показать Бога. И весь его план, и всю его красоту, а желает показать свои отличительные черты. Четвертый стих. «Ибо Христос – конец закона, к праведности каждому, кто верит». Подчеркните себе слова «конец закона». Это очень важный термин, изучая послание римлянам. Филиппийцам 2 глава 16 стих. Посмотрите еще один отрывок, в котором Павел показывает желание сделать что-то без подготовки. «Предлагаю слово жизни, чтобы мне возрадоваться в день Христов,
что я не бежал напрасно и не трудился напрасно. Скажите, а делали ли вы что-то напрасно? Вот вы пошли в магазин, а сумку забыли, или деньги забыли, кошелек забыли, что-то забыли. Было такое у вас? А ходили туда-сюда, и потом пришли до двери магазина и сказали, а деньги дома остались, или там проездной дома остался, или что-то там дома осталось. Напрасно. Вам жалко потерянных сил. А Павел, он не желает трудиться напрасно, потому он желает, чтобы возрадоваться в день Христов, чтобы знание было пополнено вот этим дерзновением, чтобы это шло сообща, не шло в рознь. 23 и 24 стихи 2 книги Самуила, 18 главы. Но все-таки сказал тот, позволь мне побежать. И он сказал ему, беги. Когда Ахимаац побежал путем равнины, я опередил Куша. И Давид сидел между двумя воротами, а сторож зашел на крышу над воротами к стене и поднял глаза свои, посмотрел, и вот человек, бегущий один. С вышки все видно, как идет сражение. Кто бежит, как вестник. По походке, по манерам можно узнать, а кто это, с какой вестью бежит. Это терпит поражение, сражение, или там, что происходит, а этот вестник, он сообщает царю, который находится в этой же крепости. Ахимаац давит на Иава, чтобы он ему позволил бежать после Куши. А и примечание, посмотрите, сообщение, которое получает Давид, находящийся в городе, он послал войска на битву, и он ждет информацию, чтобы руководить войском. И вот охранник на вышке, который видит, как происходит битва, у них были посыльные, которые бегали туда-сюда, передавая информацию. Он видит, как Ахимаац обгоняет Куши. А какая-то срочная, какая-то важная информация, что один обгоняет другого, а видит этот надсмотрщик с высоты этой вышки. Кажется, что Ахимаац не желал, чтобы быть тем благословением, как пытаются обогнать кого-то, кто бежит также к царю. Мотив Ахимааца неправильный. Он желает обогнать, но он не желает благословить царя. Есть много проповедников или христиан, которые пытаются обогнать кого-то, чтобы получить что-то, что им хочется. Но есть наблюдатель на вышке, который может видеть битву. Охранник смотрит, и вот бежит один посыльный. Посмотрите дальше на стихи по 33 до конца главы, где повествуется встреча царя с каждым из вестников. И на что обращает внимание царь. То, что Бог желает показать нам, вам и мне, разницу между вестниками, которые желают делать свой путь, и вестником, который послушен. Несколько вещей вижу здесь. Посмотрите, царь задает вопрос, не вредим ли юноша Авесалом в 29 стихе? И ответил Ахимаац, когда я послал царского слугу и меня, твоего слугу, я видел великое волнение, но я не знал, что это было. И сказал царь, отойди, стань здесь. И он отошел и стал. Вот реакция царя на неполную информацию. У тебя есть желание обогнать кого-то, у тебя есть желание повидаться с царем лишний раз, отойди и стань здесь. Он отошел и стал. Посмотрите, что происходит, когда он приходит к царю. Царь нуждается в информации. Что произошло с моим сыном? Ахимаац избегает негатива и неприятностей. Он не хочет ранить чувства. Он знает правду, но не желает ее говорить. Христианин попадает в ту же самую ловушку. Мы имеем истину, но не желаем рассказать из-за страха. Как же победить страх? И вот здесь мы посмотрим на другие 5 пунктов. Как победить страх? Возможно, вы брали пачку трактатов, и потом какой-то голос вам говорил, ну, не сегодня, сегодня жарко раздавать, сегодня люди смотрят на вас так вот, сердит или какие-то, не улыбаются, а не давай сегодня трактат, завтра дашь. Посмотрите на, как победить страх. Провести время с Господом дает смелость.
и возлагает на нас бремя, что этой вести им не узнать, если я не вручу им. Никто другой в этом городе не имеет вот этой смелости или возможности им дать. Деяния 4 глава 13 стих. Посмотрите на смелость Петра и Иоанна. Когда же они увидели смелость Петра и Иоанна и поняли, что они люди не ученые, не сведущие, они удивлялись, узнавали их, что они были с Иисусом. А как они узнавали, что они были с Иисусом? По смелости, которая двигала ими. Которые не боялись подойти к чужому человеку, выглядящему мрачно, может быть, или сердитому даже, может быть, пьяному, или еще какому-то, и сказали, где проведешь ты вечность, если вдруг умрет твое тело? И это то, что делал Иисус, живя здесь на земле. Он не стеснялся подходить или подзывать людей, делать для них что-то, что они даже не ждали, что с ними произойдет. И когда это происходило, они восклицали славу Господу. Второе, осознайте, что Господь на вашей стороне. Вот это также важная черта в том, чтобы иметь смелость, что Господь со мной рядом. Он не оставит меня в беде. Посмотрите на 118-й Псалом, стих 6. Господь на моей стороне, не убоюсь, когда вами завладевает страх. Вот этот стих пусть будет вашим руководством или ободрением. Что может сделать мне человек? Вы можете позвонить подруге какой-то, по телефону или как-то еще и сказать ей, что будет с твоим телом, когда умрет? Или что будет с твоей душой, когда умрет тело? Что она может сделать по телефону? Телефон поставит трубку и все. Больше ничего она не может сделать. Она не придет, не ударит вас, не там еще как-то не навредит вам. Это все, что она может сделать. Но Господь на вашей стороне. С этого момента Господь начнет свою работу в ее душе, чтобы подумать о вечности, подумать о будущем, о назначении жизни. Третий пункт. Доверь ему результаты обстоятельства. Посмотрите, в Исаии, 12 глава, 2 стих. «Вот Бог есть спасение мое, буду уповать и не бояться, ибо Господь Иегова есть сила моя и песнь моя. Он также стал спасением моим». Это его результат, это его творение. Он желает спасти каждого. Я не смотрю на часы, и вы тоже молчите. Мы уже перешли. 11 часов стало. Мы здесь остановимся. В следующий раз мы продолжим наш урок, чтобы извлечь отсюда еще больше пользы, что кроется в этом большом отрывке. И теперь помолимся Господу, чтобы Бог помог нам не бояться тогда, когда Он рядом с нами. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и ставим за возможность снова, склонив головы и сердца, молить Тебя, чтобы Ты помог нам быть готовыми Твоими вестниками, быть теми, которые не страшатся от людей этого мира, не стесняются того, что Ты желаешь, чтобы мы передали им, поскольку это Твой труд, Твое спасение, а Ты обеспечил его, Ты желаешь видеть людей на своей стороне. Благослови нас в этом труде. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.